Друзья, привет! Сегодня хочу показать вам, что я сажаю в первую очередь в деревне, на огороде. Мы в огороде у мамы. В первую очередь я сажаю не петрушку, укроп, кинзу и все подобное, а зелень пшеницы. Вот смотрите, у меня целая грядка здесь пшеницы. Растет она на земле гораздо лучше, естественно, чем в ящиках на подоконнике. И вот такой вот небольшой грядки хватает для того, чтобы готовить ежедневно свежий витграсс в приличных очень объемах. Я могу такого витграсса выпить за день около пол-литра или даже больше. Специальной соковыжималки шнековой для зелени у меня нет, поэтому я просто делаю зеленый коктейль. То есть блендером измельчаю зелень пшеницы с водой. И вот такой вот зеленый коктейль я выпиваю. Зелень пшеницы содержит просто огромное количество микроэлементов, витаминов и всевозможных питательных веществ. По отдельным данным, до 90% всех необходимых человеку вот витаминов и минералов содержится в соке ростков пшеницы. Соответственно, употребляя всего лишь это вот средство регулярно, можно обеспечить себя полноценно, в основном всеми необходимыми организму веществами. И никаких аптечных витаминов и мультивитаминных комплексов не понадобится. Смотрите, готовлю я зеленый коктейль из зелени пшеницы очень просто. Я просто рву эту зелень. Можно ее, конечно, срезать ножницами. Но я делаю так, как мне быстрее. Нарываю примерно на глаз приблизительное количество. Если какая-то другая травка примешается, это ничего страшного. Вы видите, что грядка у меня здесь не прополота. Вот здесь вот у меня мокрушник, он тоже очень полезен. Ничего страшного не будет, если он попадет. Если попадет одуванчик, если попадет подорожник, если попадет кислица, в общем, пырей, любые эти травы. Также в коктейль зеленый очень хорошо идут. Ну вот примерно такого количества мне достаточно. Зелень выкладываю в банку и заливаю питьевой водой. Пропорции произвольные, у меня каждый раз получается по-разному. Измельчаю все блендером.